Здравствуйте, приветствую вас на канале «Мой сад». Вот такая красавица прилетела ко мне в теплицу. Сейчас буду ее спасать. Спасать надо, выручать. Конденсат тут сверху. Сейчас пойду за сачком. Вот, покушать, наверное, решила. Уселась ко мне. На цветочек. А видео у меня сегодня о том, какие недобросовестные продавцы черенков голландских вегетативных петуний. Знаете, да, где я приобретала? У Ольги Сохач. Не хотела я снимать это видео, но все равно у меня появилось желание хотя бы поделиться с вами вот своим разочарованием. Посмотрите, пожалуйста, 3 фанфары лавандовые распустилось. Как вы думаете, я заказывала 3? Ну нет, конечно, каждого сорта заказывала по одному. Вот, 35-я это была фанфара. Не лавандовая, это у меня она, я про нее, а yellow. А вот 46-й номер и 44-й, это были, конечно, другие растения. Ссылочку поставлю на то, какие у меня должны быть растения. Когда я распаковывала, потом, когда уже они пришли более-менее в чувство, когда я их пересадила, там картинки вставлены, какие должны быть растения. Ну вот, я не думаю, что другие бы тоже обрадовались, да? Если вместо 3 разных сортов вам бы пришел 1 сорт. Зачем? Ведь это вегетативная петуния, с которой всегда можно взять черенок, который можно размножить без проблем с одного куста. Далее, какое еще у меня разочарование? Вот посмотрите, ледяное небо, да? Glacier Sky пришло под номером 2, а я заказывала грозовое небо, вот под этим номером, Lichnit Sky. Вот, ледяное небо у меня большое, оно у меня уже и было, и есть. Но вот только что вот разница-то в том, что здесь у меня вот такие льдинки небольшие. А на черенке, который пришел от Сохач, вот такие крупные льдинки. Ну, может, это какое-то усиление генов от селекционеров. И вот цветочек даже первый раз пустился вот так, как махровый, чтобы вот меня порадовать, чтобы я сильно не ругалась, что это не грозовое небо. Ну и грозовое небо, вот посмотрите, вот один мой черенок все-таки выжил. Вот второй мой черенок, да, тут бутончик набирает. И еще один хлорозит. Хочу сказать, что по грозовому небу нужно прям аккуратно быть с поливом. Ну, слава богу, что все-таки мой сорт грозового неба сохранился. Видно, то, что пришло с Голландии, вообще не было грозового неба, потому что я людей не вижу. Да, чтобы в этом году пришло грозовое небо, и чтобы его, оно поступило в продажу. Ну вот так. То есть вот это вот растение, я не знаю, может это цветония yellow, потому что тоже вот я заказывала, но вот именно, наверное, петхуа даже, желтую елоу. Вот. Ну и, конечно, половина умерла растений, потому что был прям конкретный перелив. Посылка была отправлена вот в мокром состоянии, еще в самую холодную погоду. Минус 24 той ночью было, когда она пришла. Хотя все равно нужно было, конечно, согласовать вот это вот доставку вот эту. Ну, цветочки радуют, понятно, я даже рада буду и этому всему, но просто что это же деньги, и не 5 рублей, а несколько тысяч. Я думаю, что продавец все-таки, получая в обмен на цветы денежное вознаграждение, ну, должен связаться с покупателем и уточнить его желание и предложить свои, да, какие-то компромиссы или замен сорта, или возврат денежных средств, да, если такого сорта нет в наличии, потому что это вегетативная петуния, ее можно всегда размножить с одного черенка. А отправлять несколько растений одного сорта за деньги, получилось у меня один черенок 250 рублей, я считаю, это неправильно. И думаю, вы должны об этом знать, что есть вот такие продавцы вегетативной петунии.
Да. И тут еще даже что-то было напутано где-то. Я сначала, у меня когда распустилась одна фанфара, я думаю, ну что же это такое? Наверное, я что-то перепутала. Нет, под тем номером, под который должна быть фанфара Елова, она так и распустилась. И еще дополнительные другие расцветки. Ой, так что я желаю, чтобы у вас было поменьше огорчений в жизни, побольше позитивных моментов, чтобы обман не присутствовал в вашей жизни. Вы были всегда довольны и счастливы. Ну, а я вам желаю всего самого наилучшего. До встречи на канале «Мой сад».